В единый день голосования в Губкинском работали 9 избирательных участков. 6 из них распахнули свои двери для избирателей в 6 часов утра. Остальные 3 открылись для голосования в 8 часов. Именно на этих избирательных участках впервые на выборах депутатов Законодательного собрания Ямала 6-го созыва и народных избранников в городскую думу использовали комплексы обработки избирательных бюллетеней. А в чем преимущество вот этих машин? Преимущество в том, что они автоматизированно подсчитывают все результаты выборов, выдают автоматический протокол, то есть облегчают нам работу по сути. Стоит отметить, что первые 2 часа, что работали избирательные участки, явка губкинцев была низкой. Члены избирательных комиссий отмечают, такая ситуация складывается на каждых выборах. Жители города обычно голосуют ближе к обеду. Сегодня мы начали работать с 6 часов, но пока еще очень мало граждан посетили нас участок и отдали свои голоса. Но считаю, что в течение дня, конечно, явка будет намного активнее. С учетом переноса времени открытия участка на 8 часов, все, конечно, пришли немножечко пораньше, и на 8 часов у нас была хорошая явка. В Губкинском более 16 тысяч избирателей. 1275 из них проголосовали досрочно. Этим правом воспользовались люди, которые в день выборов находились за пределами муниципального образования в связи с болезнью, режимом работы или учебы, выполнением государственных или общественных обязанностей. Около 40 жителей города во время голосования находились в Губкинской городской больнице. К ним выезжали члены участковых избирательных комиссий. Я думаю, это дело каждого. Голосовать, не голосовать. Ну, считаю, что это долг каждого. В день голосования с участка выезжает комиссия, приезжает туда, вот, например, как мы сегодня здесь собирались в больнице. Человек приходит с паспортом, заполняет у нас заявление конкретно, что он именно голосует здесь, вне участка. По данным территориальной избирательной комиссии, после обеда активность губкинцев значительно возросла. На некоторых избирательных участках к кабинкам для голосования даже выстроились очереди. Те, кто пришел на избирательные участки, чтобы сделать свой выбор, поделились с нами причинами, по которым они ходят голосовать. От моего выбора зависит будущее нашего города, нашей страны в целом. Очень приятно принимать в этом участие. И очень приятно видеть людей, которые с особым желанием приходят и исполняют свой гражданский долг. У нас сегодня 2 пути. Первый путь – не прийти на выборы, потом на протяжении 5 лет ругать, какая власть плохая, сидя на кухне, под ником в социальных сетях, и думать о том, что от нашего голоса ничего не зависит. Неправда. Хочу сказать, зависит. Зависит, какую представительную власть мы сегодня изберем. И второй путь – прийти на выборы и проголосовать за партию и кандидатов в депутаты, активных, с позицией неравнодушных. Я пришел проголосовать за достойных людей, которые представят нас, наше сообщество в городской думе, в законодательном собрании Янао. И я надеюсь, что эти достойные люди поведут нас дальше к достойной жизни. От того, как мы проголосуем, за кого мы проголосуем, зависит наша дальнейшая жизнь. Сегодня день, когда мы выбираем свое будущее, будущее Ямала, будущее города на последующие 5 лет. Задачи очень большие, глобальные, и наш губернатор всегда перед нами ставил амбициозные задачи, к которым мы стремились, а выполнение этих задач – это, в общем-то, улучшение условий жизни жителей Ямала, в частности, нашего, конечно, значит, молодого города Губкинский. И ведь нам необходимо жить не только это со днем вчерашним или же сегодняшним, нам нужно жить и перспективой. В единый день голосования жители города могли посетить различные мероприятия. Практически на каждом избирательном участке проходили концерты, выставки и прочие развлекательные мероприятия. На сегодняшнее выступление первое, что привело, это выборы, потому что мы все живем в этом городе и хотим прекрасного будущего, чтобы было такое чудесное, как этот день и погода. Впечатление, мурашки с каждым танцем все сильнее и сильнее бегут. Они молодцы.
пошли с семьей и проголосовали. А теперь сходили на рынок, гуляем, вот решили прокатиться на лошадках. Программа очень шикарная, мы не ожидали, что в нашем городе так все очень отлично организуют. Я пришла на избирательный участок со своим сыном Иваном. Неожиданно для меня вот увидела, что здесь организован город детства, занимаюсь с ребятишками. Мне это было очень удобно, потому что я пришла без поддержки других взрослых, с ребенком. Можно было оставить его здесь в комнате, с ним занимались. В день выборов на всех избирательных участках работали юристы. Они оказывали бесплатную юридическую помощь всем желающим. Сегодня у нас уже 2 человека обращались за юридической консультацией. Значит, один человек обращался по жилищному законодательству, а второй по пенсионному. Определенным категориям граждан оказывали помощь волонтеры. В рамках проекта «Я выбираю Ямал». Я с 10 часов уже сегодня, и в течение вот этих 5 часов мне как раз удалось помочь одному ветерану, бабушке лет 90, как раз таки проголосовать. По данным территориальной избирательной комиссии, на 18 часов проголосовало 59,12% от общего числа избирателей. Это 9497 горожан. Избирательные участки закрылись в 20 часов. Екатерина Склюева, Алексей Магин, Денис Гим, Денис Гонцов, Александр Анфимов, Сергей Парфимович. Новости Губкинского.